авиационной разведки 154-й стрелковой дивизии. Немецкий унтер-офицер заметил их, и снайпер заметил, но они решают не открывать огонь. Не выдержала нервишки унтер-офицера, он дал контрольный выстрел, и все пришло в движение. Ахтунг, значит, внимание, включает сирену, и смотрите, все готовится в движение, вызывается помощь, все занимают означенные свои позиции. Попасть в конного очень трудно даже снайперу. Наши кавалеристы определяют боевые точки и позиции врага и с донесением о вражеских силах стремятся к своему командованию. Уже начинается. Немцы в надежде, что сейчас пойдет кавалерийская атака, приводят в надлежащий вид свои пулеметы. Но как бы не так, время июля-июня 41-го года прошло, и наши кавалеристы, они уже спешивались для того, чтобы атаковать противника, и даже кавалерийские части, они уже атаковали пешим в строю и крайне редко атаковали открытой конной лавой, как в гражданскую войну, как Первую мировую. Вот бежит группа немцев, передовой разведдозор, разговаривают, заметьте, только на немецком языке. Небольшой доклад.